Испании и Португалии уже к концу июля грозят многомиллионные штрафы за превышение нормативов по дефициту бюджета. Еврокомиссия начала в отношении Мадрида и Лиссабона формальную дисциплинарную процедуру. Обе страны не смогли исправить свои фискальные показатели до установленного для них срока. В прошлом году дефицит бюджета Португалии составил 4,4%, тогда как Брюссель установил потолок в 2,5%. Госдолг Испании достиг 5,1% при лимите в 4,2%. Еврокомиссия постановила, что Португалия не скорректировала свой чрезмерный дефицит к дедлайну, установленному на конец 2015 года, а также, что Испания не скорректировала этот же показатель к концу 2016. Они должным образом не использовали повышение роста экономики и более низкие процентные ставки, чтобы сократить дефицит и долг. Кроме того, исполнительные власти ЕС пришли к выводу, что обе страны не приложили достаточно усилий, чтобы снизить дефицит бюджета до требуемого для всех стран ЕС показателя в 3%. Мадриду и Лиссабону грозят не только штрафы, но и прекращение финансовой поддержки со стороны европейских фондов. Этого они смогут избежать, только доказав, что правила были нарушены по причине исключительных экономических обстоятельств. Теперь рекомендацию Еврокомиссии рассмотрит Совет ЕС по экономическим и финансовым вопросам. Его заседание намечено на 12 июля. Министры финансов могут отклонить оценку комиссии только абсолютным большинством. Эксперты уверены, что ЭКОФИН одобрит дисциплинарную процедуру.